Смотрите, вокруг вообще ничего не видно. Туман капец. Нас на берегу местные увидели, говорят, пацаны, вы что, с ума сошли? Куда вы вообще собрались? Там не видно абсолютно ничего. А рыбу хочется половить. Хотим выплыть где-то поискать судачка. Не будем терять времени, отправляемся дальше. Короче, друзья, попали почти на мель. Приходится смотреть, чтобы, не дай бог, пеньков ничего не было. И прикинь, Рома, на каком удалении от берега. Ну что, да. Хотелось бы акцентировать. Вот такая глубина, друзья. Реально глубина сантиметров 40. Не знаю, на камеру, возможно, не будет видно, но в очках поляризационных видно хорошо. То есть реально он под лодкой. То есть мотор пришлось поднимать и на тихом ходу идти дальше. Приходится высматривать, чтобы ни пеньков, ничего не торчало, чтобы, не дай бог, не налететь лодка. Короче, друзья, я разбираю рюкзак, найти приманки свои, нахожу куртку. Говорю Серому, я взял еще одну куртку. И он мне вспоминает нашу прошлую рыбалку. Я, кстати, кадры вставлю. Был просто атас. Рыбалки толком не получилось. Мы вышли в такой шторм практически. То есть, когда волна поднимается, уже берется такой барашками белая волна. Вот мы вышли на лодке попытаться поймать рыбу. Короче, туда плыли в одну сторону, потом назад в итоге плыли в одну сторону. Намокли. Я еще выпал на берегу, повредил спину. Короче, 2 недели сидел на больничном. Жесть. И Серый говорит, тебе, говорит, так как ты ездишь, говорит, на рыбалке, говорит, надо не еще одну куртку или кофту брать, а гидрокостюм. Да, Сережа? Да сразу уже что теряться, да. Что это куртка? Гидрокостюм, ласты, маску, и уже не память. Ну, короче, друзья, суть в том, что сегодня штиль вообще относительно. А в прошлый раз был просто капец. Смотрите, какая погода суперовая. Волна. 2 метра, наверное. И мы на воде, короче. Серый, потому что... Попробуем порыбачить, а там посмотрим, что из этого получится.
О! Только что... Так а что ты не подсекаешь? Да я, блядь, что-то растерялся. Четырнадцать у тебя? Да. На 12 поставлю. Говоришь, растерялся? Да. Взволновала меня эта ситуация. Ты просто что неудобно отжигал. Ты просто переживаешь, чтобы мы из-за угла не кидали, да? Да. Пережить, конечно, эту ситуацию можно, но отношения не хочется портить. Вот это бычок! Хорош! Бычок на двойничок. Смотрите, друзья, какой бэннер. Так, ну как я вам и говорил, только поймаю рыбу, скажу там, что почем. Swing Impact. Что могло быть другое у меня, у Сереги, блин, как не китек какой-то моднявый. Так, слышишь, как всадился? Но, друзья, короче, я, блин, в скором времени получу резину. Заказал в одном магазинчике. О! Ты прикинь, он там меня чуть ли не докрыл. Капец, Рома, доставай что-то. Да не, что, надо плоскоши, он меня там прокусил нормально. Нет, все, уже не надо. Ну не до крови, ну капец. Так увалил. Короче, друзья, недавно заказал резинку. Иногда мне камера подгоняет. В смысле, а что она делает? Это вроде и неплохой. Если ты, конечно, карандашика не подбагрил, давай, если что, будет помогать. Может, подсаку собрать? Да не. Хорош. Полтораха. Сам возьму? Да. Полторашка. И у меня еще и камера была выключена. Я просто кидал, а бы покидать. Рома обловился первым. Ху-ху! Не, какой же ж первый? Я ж бычка ты поймал, бычка я? Поймал. Ну да, ну не полторашка. Но не преуменьшай свои... Есть. Да. 300 есть. Хороший судачишка. А на что поймал, Ром? На модвага поймал. 3-5, на фиолетовенького, на. Красава. Блин, ну вообще зачетненько. Смотри, красавчик. Я даже не понял, друзья, что происходит вообще. Все как-то так сдержано по эмоциям, понял? Вообще первая рыба, ну у меня, по крайней мере, за сегодня. И что-то я молчун. Ну хороший судачочек. Закинешь потом. Есть. Блин, непонятно. Ого! Слышишь, непонятно кто. Что-то это. Боже, на картухе похоже. Вот это придавливает. Ромыч, ты если что, вот так убираешь. Да-да-да. Я как бы с судаками. Ого! Судаками не очень так знаешь, вот поставка. Но здесь что-то такое. Более на карте комфортно. Офигеть. Такое, как карпушу забагрил, потому что без поклевки, короче, вообще было. Это спиннинг вообще в дугу крутит. Да я тебе говорю, что-то такое нереальное.
Не, ну меня, конечно, карпушами в последнее время уже не удивить. Да, ну это меня, да, можно удивить тебя. Обыденность. Ого. Старт такой низкий. Ну такое, я думаю, не знаю. Того я понял, бабахнул тогда почти на 8 килл, то мне кажется, он побольше немножко упирался. Это вот так немного, как я, мне кажется, быстрее подвожу. Что-то трофейщик, офигеть. Прикинь, вторая рыбка за сегодня, да, и такая. Угу. Слышишь, Рома, а у тебя же где-то грушки есть, да? Да. Может попробовать, а не с люрексом? Да. Можно попробовать на грушки поставить, понял? Здесь глубина хорошая, у него будет возможность именно в заглот, ну, хлопнуть ртом по-спортивному. Определиться только, куда кидать. Да я ж тебе говорю, такое молоко. Бля, не могу его выкачать, чтоб хоть мы посмотрели на него. Какой же ты там хоть есть, а? Ромыч, у меня камера пишет, да? Да. Ну я, короче, тут все рассказываю. И подписчиков своих оставлю, короче, без такого зрелища. Офигеть. Без такого зрелища. Только твои посмотрят. Ну, Сережа, извините. Не, ну я же слышу, если надо было бы, я бы попросил бы у тебя пару кадров. Так, только не в кадол. Необриз, за что мне нравится, что им можно и форсануть, ты знаешь. Угу. Шнурок у меня тут сейчас, я уже наученный, шнурок у меня стоит, по-моему, 12 лб, ну такой, более или менее, можно немножко качать рыбку. Гля, о, пузырики пошли. Пузырики, на. Да, это первый, ох, хорошо как пошли. Первый признак того, что он сдается. А я, короче, понял, сегодня у меня автозагрузка видео стоит, там, где первый раз вот это хлопнул хорошего карпа, то я подумал, что сом из-за пузырей. Ого, я его за хвост, по-моему, взял. Ох, так там красивый, слышишь, Ромыч, гля какой. Ой-ой-ой. Ромыч, слышишь, он, короче, в кадолу пошел, понял? Это ж не кадола. Кадола с другой стороны. Да покажи же ты, ё-моё. Бля, Рома, он, короче, такой, как в кадолу, че пошел, че я не знаю. Давай. Слышь, Ром, если что, с головы. Ой, ого, ты глянь! Охренеть там аппарат! Да там такой килл 7 не меньше. Это. Ого! Гля, я его за пермячок взял. Круто! Да, да, о, я думал, не пишет вообще. Да у меня ж по 5 минут циклы, понял. Я иногда могу выключать, короче, чтоб, понял, хоть осталось. Жесть! У меня аж ручки затряслись, а ну-ка. Ну, сказать, что клюнул на свинхимпак, не скажешь, потому что как бы не по-честному карп взятый. Блин, ну да, подбагрил под задний плавник как раз его. Под анальный плавник, я тебе подскажу, как он называется. Ого, глянь, он меня плавником, короче. Ребятки, охренеть, ну килл 7 здесь стабильно есть. Блин, круто. Офигеть. Рома, ну с ним надо сфоткаться по-любому. Ну да. Да, ребятки, вот это рыба. Ты шо? Мне иногда говорят, Серый, где твоё коронное ты шо? Пацаны, с нормальной рыбой только ты шо идёт в комплекте. Потому что, блин, с такими судачками килограмм, ты шо, пацаны, ты шо. Охренеть, вот это рыбалочка, вот это жесть. Красавчик. Вот трубку такой. Серый, срочно предупреди наших всех, звони все, тете Зое, тете Рите, деду Васе, звони всем. Отписка, дизлайк, дизлайк, отписка. Тетя Зоя, тетя Сара. Фиме не забудь позвонить. Да что такое? Сейчас я его разгручу на футбол. Чудань на лодку. Там два раза только что дыбало. Я понимаю, конечно.
Мне кажется, быть такого не может. Вот это мы крутились, крутились, короче, и сюда доехали. Я попробую веревку, а то ничему уже не удивлюсь. Я перебросил тебя, да, походу? Нет, а я здесь уже, я вообще недалеко. Что это такое? Что-то сидит, прикинь. Тоже нападение. Друзья, я забросил, даже не думал, что там что-то сидит. Судак мелкий. Трофейный судак, смотрите, друзья. Паразит, не хочет уходить. Причем так нежно-нежно, вообще без поклевки взял. Ай, и тут сошел. Подсекать надо, Рома. Есть, короче, Витяне, подсекай. Взял без поклевки, все равно. Раз, и уже. Ну, надо все брехлеть, у тебя выработать. Ну, да. Да, такой. Какой такой? Такой. Ударчик был такой нормальный. Ты судачишка такой, вроде килошный. Алло. Привет, мама. Нет, я не рыбал. Друзья, такой судачишка килошный. Опять зацепился, я такой, эй! Такой, а ты такой, кинтащи, вдвоем. А мужики такое, как не сильно там было, да? Что ты не обращаешь внимание? Да я не особо, если честно, я сосредоточен на том, чтоб... Чтоб самому подловиться, да? Ну да. Ну а ты вот так вот выезжаешь сейчас на рыбалку, ты... Сильно паришься, чтобы что-то там снять или не снять? Ну, конечно. Да? Ну, я-то парюсь, да, ну, мне понятно это. Не, ну мне хочется тоже видосы, половить-то половить, понятно, как понял, бы. Просто, ну, понял. У меня в любом случае, потому что у меня тут стоит вопрос, как бы, знаешь, кормить семью-то это. Не, ну, понятно. Сейчас я тебе покажу, на какую резину клюет судак. Сейчас такой раз. И в пеней сразу. Ну, допустим, по поводу вот этого есть уже сомнения. Резина? Зеленочки вот эти. А света? Да.
Есть? Да кто-то да. Не, ну подбагивал вот стопудово. Сходно. Да не, такой как зацеп, я не знаю. Старая сеть. Вообще такая. Ну да. Тут видно местечко жирное. Этих шинёчков, понял. Шнуром аккуратно. Недалеко. Ты еще скажешь, что поклевка была? Было. Или придавил? Ну, типа как тяжесть. Ну, такой, да. Ну то и бодается нормально. Сейчас легче, конечно, идет то где-то из-за корчей, походу, из-за. Ну тоже походу стандартный. Ну да, такой килошничек. И тоже из-под. И дергается, прикинь. Ну смотри, по спине. Выйдет, интересно. Ну, попасть. Если не сильно всадил, может и выйти. За пеньком, короче, клюнул, да? И слышь, глянь. Вышел. Вышел, друзья, за пеньком, да, клюнул. И, короче, зашел за пенек. Я послабил, оно слышно было, как трясет головой. В итоге вышел. Входит и выходит. Замечательно. Ну, открывай руку. Туда, бершик чешет. Че, судачок мёд? Судачок небольшой. Тут есть минус ремонтик, кстати. Поставил 4 дюйма уже, чтобы не мелочиться. Оно же, видите, ребятки, что я вам говорил, что на 4 дюйма будут такие тыкаться, что чуть больше самой резины. Это, блин, проверено. Только шо, я не услышал, что там? Да, тише.
сосредоточься на этом. На подхвате. Да, на подхвате. Тоже мелкий, видишь? Да. Мелкий судачишка, друзья. На этого мы... Ну, открывай рот. Отдай крючок. Я еще молодец. Ну как так можно? Поймать свой же кукан. Ах. Что ж такое? Да. Судаки сидят. Что? Говоришь, там судаки сидят. Есть, да? Да. Ого. Какой как хороший дядя лупанул. Ну я вроде его подсек нормально, должен был пробить через по-любому. Пришло прям выкачивать. Приходится. Не, ну закилос. Ну, спаклевкой, короче, понял. Не, ну килограммовый судачок, уже грамм 900. Просто что я его под кузов взял. Эх! Ого! Бешеный карась. Торпеда. Ты видел? Это судак, вряд ли пятерочка. Есть. Есть. И тоже походу подбагренный. Не. Такой пистолет. Отдай. Отдай крючок мой. Мне некогда.
Да нет, тоже чуть. Эй, ты! Ну когда падает? Не можешь сказать. Не могу сказать. Там у меня еще серый опыта не особо много. Определять, где там я через что перетягиваю. Когда оно стучит, видно, что по твердому дну, то стучит. Когда проваливается, то проваливается. Ну или когда явно уже, когда ты с миляка там тягаешь на длительные паузы, как, ну это я понимаю. А, понятно. Хвостика как и не бывало-то, собственно. Шо-шо? Туман опять сверху такой жесткий. Ух ты, поклевочка была, ну вообще. Даже и чуть-чуть не сопоминал. Ну да, думали, считай, что к 12 должно распогодиться, да, что туман уйдет. А туман не хочет уходить. 3 часа дня. Ловить еще максимум час. Да, не, все, по такой погоде какой-то стемнеет намного быстрее. 4 уже. И туман опять вот сел, причем такой плотненький, нормально. Да что ж такое-то? Дайте. Да это. Шишо? Ориентир наш. Ну да. Так хорошо стояли, да?
Есть, друзья. На первом же подмоте. Ну, тоже что-то небольшое. Два раза кряду оборвался на пенечках. Вот такой вот красавец подкилошный еще один. Такой, они одинаковые. Я сейчас только приеду домой и сразу ее скину в Инстаграм. А ну, кто там не подписан еще на мой Инстаграм? Ссылочку я оставлю в описании. Там, да ну, блин. Там просто жир, какая рыбалка у меня в Инстаграме. Короче, подписывайся, чтобы быть в курсе с моим первым, какие у меня рыбалки будут выходить. Я туда сразу выгружаю фото, а потом все это... Вот так вот все, друзья, и получается. Перезабросился и, короче, сразу же угодил в корягу. За резина. Причем на первом без запроса. Ну так же будет неинтересно. Мне кажется, я посуду плохо стоит. Запрос не туда нанимается. Есть, да? Да блин, исход. Я думал, мы одного и того же. Короче, ребят, ты поставил приманку. Ё-моё, очень офигенно. Сейчас, если выйдем, я покажу вам. Ого, ты слушай, кто-то кивает головой так прям. По-взрослому. А так бы сейчас, да, феерично, два сразу. А? Кто там так прям трусит? Хорош, глянь, дядя. Глянь! Карпуша! Заглот! Офигеть, ребят! Вот он просто в замок взял.
Нет. Жестяк, ребятки. Слышишь, ты мне дашь свой кадр, да? Да, да, да. Мне не поверят, да. Короче, что у меня понял заход, короче. Картуша взял. Кадола. Кадола, кадола. Друзья, короче, камера написала. Ну ничего, я у Ромы возьму, Рома там упаковка и все должно быть заснято, да, Рома? Да, ну да, пишет. Да, Рома камера писала, поэтому все заснял. Взял карпуш, я думал, хороший судак. Ну говорю, что-то головой прям очень трясет. Там, ну, не трясет, а там. И понял, подвожу поближе и смотрю, тупо во рту. Селекошку. Ну это такой бросал. Короче, короче. Давай туда Рома подсадку. Серина, забираю его. Спасибо, Рома. Блин, пятерик, а я оборвался. Ребятки, тут под пятерик. А теперь давайте посмотрим. Теперь давайте посмотрим. Рома, смотри. Угу. Смотрите, друзья. Все по-спортивному, все просто пешот и шо. Просто сорта. Достаем его. Силикошку. Давай посмотрим. Да ну пятерик, да, я в руках, 4,5, да не, 5 килограмм есть. Что ты говоришь? Отпусти! Ага. Красавец, да, ну знаешь, какие невкусные такие сазанчики, это просто жесть. Пока еще не знаю. Пока не знаю, но это тебе не карповый, это не карповый состав. Красава, так, а теперь, ребятки, виновник этого всего. Изи Шайнер, я его ласково называю Изик 4 дюйма, цвет, по-моему, Блюджил Флэш, если мне не изменяет память. Короче, хочется, ну, что я вам скажу, я хотел поймать на коня, ребятки, на коня я поймал вот такого вот. Здрасте. Один карпуша влетел, пару судачков. Не, ну вы на брови на такой стоите вообще. Мы на эхолоте сейчас смотрим, тут брова такая. Тут коряги, тут мы уже по 20 штук, наверное, силикона. Потеряли, да? Да. Через заброс. Не, заброс. Ну, брова хорошая тут. Да, заброс нормально, заброс, если повезет, между корягами проводит. И тогда, скорее всего, судачок выпанет. Не-не-не-не, это не он. Да, есть такое дело. Да. Ты иногда хорошие, когда есть что показать, а иногда такое с пальца высосанное, ну как есть. Да не, нормально, нормально, я тебе покажу, нормально, до повера. Ну спасибо. Слушай, у нас... Это вот так же, мужики. Приезжайте. Да спасибо, у нас жены дома ждут, как-то в другой раз. У тебя сколько подписчиков, 200 тысяч, да? 230 уже. Красавчик, 230. Есть? Да не рад. Ну, ты знаешь, какой он сейчас популярный? Вот он будет скоро в Киеве концерты давать. Заявка. Прикинь, как мы выходим, сцена, куча народу. Микрофон берешь и там. Поймал, отпусти, порвалась. Не грусти. И все ж такие, понял, там розы не хуй. Браво! Браво! Серега, а ну скажи, ты шо, ты шо? Я, да, пацаны, ну и... Просим, просим! Рецепт рыбалки.
кинешь. Короче. Да все. Короче, народ, судака мы нашли, рыбалка подошла к концу. Смотрите, стена, в принципе, как была, весь день продержалась. То есть в 12 часов думали, ну, около обеда разойдется туманчик. Туман не разошелся. Судака нашли где-то с постановки с 5-6 точки. Ну, короче, как-то так. Штучек 5 я поймал, таких кило, может, чуть больше взял. У Серого влетело там 2 карпуши. Ну, то есть рыбалка более чем зачетная. Кому понравилась такая рыбалка, палец вверх, подписывайтесь на нас, дальше будет интересней.